Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to episode 2 of UAE training camp for Brother Habib. So stay tuned. We're going to get started with that video momentarily. Welcome back, guys. Inshallah, we're going to get started with the video shortly. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Сегодня ты конкретно же с меня убил, брат. Даже ислам убедился. Кто это со стуком заходит? Потому что, брат, ты постучался сегодня. Ну, только помолились. Сейчас воспитываешься, Камал, воспитываешься. Да. Да. Сейчас выходим. Не, я и не собирался против тебя ничего, я просто тебе замечание сделал. Ты младше меня на 5-6 лет. Когда ты родился, я уже в школу ходил, если что. Ну ты воспитываешься, Камал. Грех жаловаться, брат. Бывало похуже, бывало получше. Получше где было, скажи? Яхья. Как ты? Альхамдулилля, как ты? Бомба, Яхья. Ю бомба, Рамзан. Короче, едем на тренировку. Все отлично, брат. Конец недели, все уставшие, убитые. Такая, да, легкая тренировка. Кто-то спарринги сделает, кто-то поборется. Ну что, поборешься? Нет, я разбегусь. Ну что, найдешь жертву по-любому. Как себя чувствуешь после боя вот тут? Это, знаешь, как будто с твоих плеч гору уже сняли. Все, это ответственность, диета, это все. 2 недели не нравился Дубай, после 2 недель. А как это, бомба? Учитель, Аллах такого учителя есть. Я не знаю, как если... можно, одна ошибка, можно если... простить первый раз. Ой, мама. Зачем так жестоко наказывать, я не знаю, за одну ошибку? На зоне за ошибки не прощают, наказывают. Он говорит, что вас наказали, я говорю, вас простили, говорю. Скажи ему. Шара, давай скажи спасибо. Нормально, дай это двумя руками. Минус, он говорил, а ты их простил, да, говорит, я бы их наказал бы, говорит. Потом же, это я вас спросил, вы мне должны говорить сам же. Что делать? На этом, в песчаном стадионе же, где лошади бегают, там они должны были в час дня 5 кругов сделать. Я говорю, я их простил. Они подумали, что Хавьер их простил, его благодарю. Я говорю, сюда идите, меня благодарите. В школе, помнишь, да, один был сзади концерта, строился, был и хавал. Такая же тема. Не успел позавтракать. Че, гонишь? А иди, да тебя же выбрали. Что за честное слово, что за честное слово? Что такое, Хаджи? За тебя не хочешь, отвечай, за тебя не хочешь. Так как Рамазан, как прилетел, ни разу не прилетел, одна ничего. Брат, когда против меня играл. Нет. Да, помнишь, а Шамиля, когда ты играл? Не, наоборот, за тебя играл. Ты за меня играл? Ну, повезло, значит. Говорят, что я сломал джатский, жесть. Не ломал я джатский, это и Машапи сломал, и Рамазан тоже аварию сделали. Я говорю, шара баши, шара баши, жесть. Да. Ты сломал и Машапи? И Машапи, и Рамазан сломал, я не трогал. А что, они говорят, Усман Мухаммали, Усман Мухаммали не ломали. Наказывайте тех, кто реально виноват. Да. Я там не был ни разу никогда на этих вещах еще не катался. А я же не косячил сегодня. Не косячил. Я тебе вчера что сказал? Отдай кроссовку Фейсалу, он не забудет. Ты сказал, не, я сам заберу. Забрал утром, потому что грех кроссовку. Вот не, здесь это отдельно, брат. Три клетки – это другая тема. А вот то, что Камал мне напомнил, наказание, понял? Как человек, который накосячил. Младший брат, который накосячил. Да. Мы хотим тебе выносливость набрать, чтобы ты перед белокором. 55 килограмм. И 5 километров уже по песку, где лошади бегают. 40, под 40 градусов, да? Нет, 39. 39. Не путаю. Там где-то километров 8 или 5. Точно же. 5 точно, даже. Ваши тоже держали. Давай, снова, хочешь,
Идет охуеть, что на Отвечай, я чувствую. Вот это Каркала Жест, который с Тубим может бороться. Зачем мяч берет? Вон туда убегает, вон туда убегает. Брат. А, да. Зачем травмы делать? Да, вот такие вещи, брат. Потому что, брат, Жест, вот человек, брат, чемпионский характер, не хочет, брат. Даже вот кат земли не хочет уступать, понял? Как говорится, я с ковра живым не уйду, да? Как не убегать, когда лев за тобой бежит? Эй, он знаете, как не убегать, когда лев за тобой бежит? Духа нету, спортивного. У меня с Мамедовым сайшетит. Три бака торчит на Мамедову. Сейчас я думаю, до конца знаю, что думаю. А ты сегодня соскочил? Болит, брат, я не мог жить, честно. Сара, ты знаешь, когда я грубо играл, хуже меня никто не играет. Я не хочу травму делать самому, ему, другому. Потому что это вот сюда убегает здесь на деревяшку, он туда упадет, но куда-то травма будет. Понедельник. Нет, понедельник, вторник. Hey, best round, чтобы играли. So these guys are funny, you know, just seeing them, it's exciting, you know, because you see all of them as friends and they're having fun at the same time. It's training, joking around. That's, you know, it'd be awesome to be like, you know, part of them and experience that. It's perfect. Like I said in my last video reaction to episode one, what better way, right, to train and work than having your friends and your families around. So the fight day is getting close. I think it's closer to the end of the month. I'm really, really excited. Inshallah, can't wait for this fight. I'm rooting for brother Khabib. Inshallah, he takes it. That'll be 29-0. So you guys as well, please don't forget to check out the fight. And if you guys like this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to any other videos, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care.